Добрый день, меня зовут Екатерина. Всем привет, меня зовут Виктор. И сегодня мы расскажем вам о суперпредложениях каталога Oriflame, который действует в период с 5 по 31 декабря. Это самый долгожданный каталог года, самый яркий и бесспорно самый праздничный. По обложке сразу видно, что настроение у всех веселое. Вечеринка уже начинается. 1 января все ближе, и так как тема каталога праздник, мы приглашаем вас на новогоднюю вечеринку Oriflame. Витя, скорее на подготовку к ней. Точно. Так что давайте подготовимся к ней хорошо. Ведь говорят же, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Я думаю, что Катя нам расскажет про свой опыт подготовки. Я ее прождал пару часов, прежде чем мы встретились в студии. И при этом постоянно выслушивал «Еще чуть-чуть, я почти готова, и мне осталось только накраситься». Витя, это феномен женского менталитета. Для нас время в подготовке к вечеринке летит просто незаметно. И большую часть времени занимает выбор наряда. Когда это сделано, остается действительно самая малость – праздничный макияж. Ну, у меня образ собирающейся девушки равен девушке в бегудях, как героине наших добрых любимых фильмов. А с чего ты обычно начинаешь сборы на вечеринку? Это правда. Многие начинают с волос, в том числе и я. В основе красоты любой девушки красивые волосы. Мой секрет – это уход с помощью серии HairX. Ведь продукты серии основаны на уникальной формуле, которая заботится о коже головы, и волосы всегда при этом выглядят ухоженными. Так, ну тут целый набор средств по уходу. А почему обязательно пользоваться и шампунем, и кондиционером? Почему одного средства недостаточно? Витя, у каждого продукта своя функция. Шампунь очищает волосы, а кондиционер качественно питает и увлажняет структуру волос. Кстати, в этом каталоге сразу три набора по уходу за волосами бренда HairX для разного типа волос по очень выгодным ценам. Так, после волос что у нас? Макияж? Нет, подожди. Теперь пришло время позаботиться о красоте кожи лица. Ведь молодость фактически в наших руках. А разве не в мастерстве пластических хирургов и косметологов? Ты хочешь сказать, что многие кинозвезды просто так выглядят на 20 лет моложе своего возраста? Витя, не уходи в крайности. Голливудским звездам всегда были доступны самые передовые технологии в решении антивозрастных проблем. Но наука не стоит на месте, и ученые доказали, что при грамотном уходе каждая женщина может на 80% влиять на то, насколько молодо она выглядит. И все так просто. И никаких подводных камней. Что значит правильный уход? Да, все действительно просто. А грамотный уход – это комплексная программа, которая состоит из 4 шагов и 6 средств. Подожди, я запутался. Вот ты говоришь все просто. Средств 4, шагов 6, а времени? Это я тебя еще 2 часа буду ждать? А вот и нет. Времени на комплексный уход необходимо всего 2 минуты 2 раза в день. И уход очень простой. Сначала очищаем кожу, потом тонизируем, затем ухаживаем за областью вокруг глаз, активатор и основной уход. Так, ну с очищением и тонизированием я как-нибудь разберусь. Крем для глаз тоже понятно. А активатор? Звучит как миссия из американского боевика. Активатор – это сыворотка. Она обеспечивает проникновение активных ингредиентов крема в глубокие слои кожи за счет своей структуры. То есть своего рода служба доставки для полезных ингредиентов. Точно, она помогает сделать уход за кожей лица еще более результативным. Ведь интенсивный уход от NovAge в комплексе в 7 раз более эффективен, чем использование средств по отдельности. Сыворотка, кстати, заканчивается в 2 раза быстрее, так как мы ее используем утром и вечером. Теперь ясно. Кстати, в платформе каталога все сыворотки из бренда NovAge предложены по очень выгодным ценам. Это отличный повод восполнить свои запасы для комплексного ухода. Теперь все-таки макияж. Да? Да, теперь макияж. Скажи, а без каких продуктов для макияжа ты не сможешь обойтись ни при каких обстоятельствах? Все очень просто. Тушь и помада. Эти 2 средства, которые всегда есть в моей косметичке. Моим абсолютным фаворитом уже не один год является тушь The One Wonder Lash. В новогодние вечеринки особенно актуальным будет ее новый вариант Bold Intensity. Ведь именно эта тушь сделает взгляд супер выразительным. Скажи, а почему все-таки ты выбираешь помаду? Мне кажется, что сегодня многие девушки отдают предпочтение скорее блеску для губ. Я очень люблю текстуру помады The One Power Shine.
Она не только придает губам сверкающее покрытие, что очень кстати на вечеринке, но и увлажняет губы благодаря ухаживающему комплексу. В этом каталоге набор тушь и помада можно приобрести со скидкой 70%. Это не только отличные продукты для подготовки образа к вечеринке, но и потрясающий подарок любой женщине. Катя, когда макияж закончен, получается, что остается последний штрих – аромат, верно? Абсолютно. Аромат всегда дополняет образ. В моем парфюмерном гардеробе есть ароматы на все случаи жизни. И для новогодней вечеринки я бы, пожалуй, выбрала «Люсия» – классический цветочный аромат. Это один из самых легендарных ароматов коллекции Oriflame. Он уже много лет остается бестселлером. Кстати, цветочные ароматы всегда в тренде. Это самый универсальный выбор для любой женщины. А в этом каталоге еще сразу можно приобрести и дезодорант с ароматом «Люсия». Я вот пока смотрел каталог, подумал, что нам надо взять с собой подарки. И обратил внимание на супер новинку в начале каталога. Я помню, что серия Essence & Co. отличается натуральными ингредиентами и эфирными маслами. А теперь еще и новый аромат вышел. Да, эта люкс-серия по уходу за телом теперь представлена в композиции «Нероли и жасмин». Цитрусовые ароматы пользуются максимальной популярностью именно в зимнее время, так как они согревают и поднимают настроение в морозные дни. И ведь целый набор Essence & Co. можно приобрести с очень привлекательной скидкой 70% из этого каталога. Супер! Я думаю, что это предложение будет привлекательным для всех тех, кто действительно любит ухаживать за собой. Я уверен, что сегодняшний обзор поможет вам подобрать все трендовые продукты для вашего новогоднего образа и подобрать подарки. Еще больше интересных продуктов и предложений ищите в каталоге и книге «Красота как образ жизни» на сайте Oriflame или спрашивайте у консультанта. Витя, мы забыли про самое главное – про подарок на удачу. 2017 год по китайскому календарю станет годом петуха, чьи роскошные перья символизируют красоту и приносят удачу. В каталоге можно найти золотое перо в подарок для друзей и для себя. И к подготовке к этой вечеринке я нашла свое золотое перо. Ну все, нам пора на вечеринку. Всех с наступающим Новым годом! Ура! Ура!